Здравствуйте. В эфире программа телеканала «Самара ГИС. Право на маму». Ноябрь – это месяц, такой мостик между золотой осенью и снежной зимой. Все реже светит солнце, все чаще идут дожди. И вот в такую погоду лучше всего оказаться в уютном доме, в большой дружной семье, чтобы зарядиться от них любовью, вниманием, добротой. И мы познакомим вас с такой семьей, а еще расскажем историю девочки Лизы. Смотрите программу «Право на маму» в понедельник, 13 ноября в 18:45 на телеканале «Самара ГИС».